Андрей Петухов – современный тимуровец из бригады мэра. В отличие от гайдаровских собратьев, работает он не только за спасибо, еще получает зарплату. Минимум здесь можно заработать 4000 рублей. Еще положена надбавка чуть больше 1000. За чувством с толком отработанный полный месяц. Ну, я работаю здесь уже 3-й год, начиная с 2009 года. И мне здесь очень нравится, потому что это, во-первых, и доход, свой бюджет на карманные расходы. Это новые друзья, новое общение. Отряд, в котором трудится Андрей, называется «Отрядом добрых дел». Таких отрядов несколько. А вообще подростков, желающих потрудиться в Череповце, набрали 534 человека. Вероника Сидорова среди них в деле новичок, так что впечатлений много. Я работаю уже почти месяц. Нравится? Да, нравится. Ребята хорошие. Молодежь обычно бывает занята на благоустройстве города. Сажают клумбы, убирают улицы, красят заборы, обустраивают территорию детских садов и школ. Трудовая деятельность проходит под присмотром инструкторов. Под началом вожатого Александра Шибаева 15 девочек и мальчиков. Распорядок таков. С утра планерка, обсуждение предстоящих дел, потом работа. До часу или до двух. По закону больше не положено. Вот когда повзрослеют, пожалуйста, трудитесь сколько хотите. Тем, кто сейчас работает в парке, повезло. Желающих стать участником трудовой бригады намного больше, чем вакансии. Чаще в центр занятости приходят девочки. Они мечтают устроиться официантками или продавцами. Такая работа пока не по годам. Приходится брать в руки грабли и метелки. Каждый год финансирование летней занятости финансируется 3 бюджетами. Федеральный, областной и городской. Мы выдали направление на сегодняшний день 765 человек. Отправили на работу. Отработали уже 534 человека. Удовлетворить полностью спрос желающих трудоустроиться на лето пока не получается. Не все предприятия хотели бы взять ребят на работу. Слишком много хлопот. В списке тех, кто согласился, это поликлиники, коммунальные предприятия, библиотеки. В центре занятости ждут новых заявок. Тогда современных тимуровцев в Череповце станет больше.